A conversation at the airport is the case of communication in Russian that will for sure happen to you at least once uh, when you travel to Russia, especially if you travel not to big cities like Moscow, St. Petersburg, or any other big city. And it will be very helpful to know and to understand at least some standard phrases. Today I have prepared them for you. And at the end of the video we will read a text uh, to practice all the vocabulary that we learned today. Итак, регистрация на рейс. Первая фраза. Ваш паспорт, пожалуйста. Ваш паспорт, пожалуйста. Вы даёте паспорт, you give your passport and you say, пожалуйста или вот, пожалуйста. Anytime you give something to somebody, you say, вот, пожалуйста. Вторая фраза. У вас есть багаж? У вас есть багаж? Вы можете сказать, например, да, один чемодан и ручная кладь. Да, один чемодан и ручная кладь. Или два чемодана и один рюкзак. Два чемодана и рюкзак. Третья фраза. Поставьте вашу сумку на весы, пожалуйста. Или поставьте ваш багаж на весы, пожалуйста. You put your luggage and hopefully everything is okay, but probably you may hear у вас перевес. Например, 6 килограмм. Боюсь, вам нужно доплатить за перевес. Боюсь, вам нужно доплатить за перевес. Боюсь, вам нужно доплатить за перевес. Четвертая фраза. Вы предпочитаете место у окна или рядом с проходом? Вы предпочитаете место у окна или рядом с проходом. And you say, я бы хотел или я бы хотела, feminine form, место у окна. И, наконец, пятая фраза. Вот ваш посадочный талон. Вот ваш посадочный талон. Посадочный талон. Вот ваш посадочный талон. Приятного полета. Таможенный и паспортный контроль. У вас есть вещи, которые нужно декларировать. У вас есть вещи, которые нужно декларировать. Нет, мне нечего декларировать. Мне нечего декларировать. Пожалуйста, снимите все металлические предметы и положите их на поднос. Пожалуйста, снимите все металлические предметы и положите их на поднос. Снимите, пожалуйста, обувь, ремень, часы. Снимите, пожалуйста, обувь, ремень. Часы. Какова цель вашей поездки? Какова цель вашей поездки? Какова цель вашей поездки? Я в отпуске. Я в отпуске. Я в командировке. Я в командировке. Как долго вы планируете быть в России? Как долго вы планируете быть в России? Я буду здесь две недели. Я буду здесь две недели. Или я буду здесь одну неделю. Или я буду здесь месяц. В самолете. As all flight attendants normally speak English, or at least they are supposed to speak English, I will just give you some phrases that you can exchange with um, Russian-speaking passengers. Вы не против, если я откину спинку? Вы не против means Don't you mind? Вы не против? Вы не против, если я откину спинку? Какой у вас номер места? Какой у вас номер места? Какой у вас номер места? Мы можем поменяться местами. Мы можем поменяться местами. Мы можем поменяться местами. Вы из России. Вы из России. Вы из России. Я буду путешествовать по России. Я буду путешествовать по России. Я лечу в Москву. Я лечу в Москву. Я лечу в Санкт-Петербург. Я лечу в Санкт-Петербург. When we pronounce санкт Petersburg, normally we say it very quickly, and it is like Sun Петербург. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. В Сибирь. Я лечу в Сибирь. Я лечу в Сибирь. Я лечу на Дальний Восток. Я лечу на Дальний Восток. Я лечу на Камчатку. Я лечу на Камчатку. And the last one: Yalichu Naural Yalichu Naural. Don't forget to read the sentences several times out loud and after watching this video, try to put down as many new words and phrases as you can remember. And now let's read a text that briefly describes all the actions from the entrance to the airport to landing. Read with me. Путешествие на самолете – один из самых легких способов увидеть другие страны. Путешествие на самолете – один из самых легких способов увидеть другие страны. Мне нравится путешествовать, особенно в небольшие города и деревни, где можно почувствовать атмосферу страны. Мне нравится путешествовать, особенно в небольшие города и деревни, где можно почувствовать атмосферу страны. Еще я очень люблю бывать в аэропорту. Еще я очень люблю бывать в аэропорту. Уже здесь начинается твое путешествие. Уже здесь начинается твое путешествие. В некоторых аэропортах сначала мы проходим специальный контроль на входе. В некоторых аэропортах сначала мы проходим специальный контроль на входе. Потом мы должны найти стойку регистрации. Потом мы должны найти стойку регистрации. Там мы сдаем багаж и получаем посадочный талон. Там мы сдаем багаж и получаем посадочный талон. После этого мы проходим паспортный контроль. После этого мы проходим паспортный контроль. Офицеры проверяют наши паспорта и ставят штамп. Офицеры проверяют наши паспорта и ставят штамп. Теперь начинается мой любимый момент. Теперь начинается мой любимый момент. У нас есть немного времени, чтобы выпить кофе или перекусить и погулять по магазинам. У нас есть немного времени, чтобы выпить кофе или перекусить и погулять по магазинам. Потом объявляют наш рейс начинается посадка на рейс 124 Гонконг-Москва. Потом объявляют наш рейс. Начинается посадка на рейс 124 Гонконг-Москва. Нам нужно найти наш выход на посадку. Нам нужно найти наш выход на посадку. I hope now you understand everything better. In the description of this video, I will leave the new words and phrases from the text. And of course, if you have any difficulties with understanding, put your questions in the comments. Hope soon we will finally be able to travel again and I will finally see my family in Russia. And I wish you a pleasant flight and more new impressions. Желаю вам хорошего путешествия i новых приятных впечатлений.